Привет, это Хижина Музыканта, меня зовут Раиль. Оу май! За окном 2020 год, бушует эпидемия коронавируса, но я хочу вернуться в 2018 год, когда я служил в армии, достать из архива мои армейские видосики и сделать из этого подборку приколов и песен. Поэтому делай себе чаек, усаживайся поудобнее, пока я для тебя пилю новую чат-рулетку. Ты смотри мой видосик, поехали! Это ты знаешь, что в Нарнии же был этот... Домик Фавна, заходите! Звезды. Есть особые люди, они не боятся мечтать. Они идут в неизвестность даже туда, где трудно дышать. В общем, ребята, нам попались в этот раз ПКПшки какие-то очень тоненькие. На, я уже снимаю. Сейчас покажу. Не, как... Наше будущее туман, наше прошлое отбирай. Наши деньги не лезут в карман, вот и утро, вставай. Эй! Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал. Я пытался найти мир, ребята, это армейское приспособление, когда нет души, можно так помнить. Бля, пью чай, а тут Марио чистит толчок, он засорился. Тут у нас пати на Раушской продолжается. Передаю привет всем. Оркестр, прощание, Славянки. Ребята, клуб закрыли, но пришлось заново сейчас открыть, потому что, в общем, смотрите, по полных херачит кран. Короче, ремонт идет. Вот ребята отрезали трубы, и фонтан пошел.
Ну а мы пошли спать. Вот тут лужа. Хламину. Да не, она уже впитывается, так что все нормально. 5 minutes later. Ребята, клуб тонет! Ебак! Мы не знаем, какой рубильник выбрать. Вот тут. Ты смотрел вот эти две верхние? Там на стене написан Тбилиси. Это катакомбы клуба, ребята. Бля, все заливает уже. Че, может, чуть-чуть, я знаю, все, вот эти рубильники не посмотришь, да? Да я как сейчас мы накрутим. Тут вообще котельная заработает. Ребята, веду репортаж. 21.51. Клуб тонет. Короче, здесь вырубили, но вода потечет там. Сейчас пойдемте покажу, где это. Завтра вы увидите новый кавер под гитару. Че, прежде чем снимать, ты мог что ли немножко разбухнуть хотя бы? Сейчас все подумают, что я дрыщ еще. Ребята, если среди вас есть люди, которые хотят научиться петь и играть на гитаре любимые песни и делать это классно, с душой, то для вас есть мои самоучители по гитаре и по вокалу, которые находятся в описании под видео. Ну что, ребята, на этом все. Если понравился выпуск армейских приколов, ставьте лайк этому видео, набираем 15 тысяч лайков, и я выпускаю вторую часть. Я думаю, наберу еще несколько интересных кадров. Ребята, если среди вас есть те, кто уже отслужил, напишите в комментариях какую-нибудь интересную историю из вашей службы, какой-нибудь прикол, мы все почитаем и выберем среди лучших комментаторов 3 победителей моего видеокурса. Поэтому ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать все уведомления. И пишите интересные комментарии. Всем до скорых встреч, пока. Все, ёпта.